ВИЧ и ликбез. В ближайшее время в России и Тюменской области появятся специальные рекомендации для сотрудников школ, детских садов и лагерей. Разработает Минздрав для мест, где здоровые и ВИЧ-инфицированные дети могут оказаться рядом. Основная цель – еще раз напомнить, что вирус иммунодефицита не передается бытовым путем. Во многих регионах малыши, носители ВИЧ, подвергаются дискриминации. В Тюменской области такой проблемы нет, но есть другие. Мы сегодня обеспокоены тем, что некоторые родители, дети которых имеют диагноз ВИЧ-инфекция, не лечат своих детей. С 2013 года мы активно передаем эту группу в прокуратуру Тюменской области. В 2016 году мы написали письмо уполномоченным по правам несовершеннолетних. В регионе на учете состоят 198 несовершеннолетних. Большинство заражаются от матери при родах или во время вскармливания. Так, в прошлом году на свет от ВИЧ-инфицированных женщин появилось 345 младенцев. Диагноз поставили 18.